Ты же какая-то глупость начинаешь изряда. Блин, давайте мы 10 минут. Все, кинули, кинули. Тихо, блин. Да не перезайдем. С выбьет еще. Да можно еще. Я еще два перезахода. Если кто вылетел, говорите сразу. Просто у меня даже с ними связи нормально нет. Ни ВК, и в Варишке. А вообще конфа, чё? Виталий, я думаю, на ЛФРМе есть, должна быть какая-то связь. Я ему написал на ЛФРМ. В скайпе можно, обычно в скайпе все списывают. Там явно указан капитан. Пишешь ему, не ответил. Упс, сорян, ребят, извини. Да нет, там в скайпе обычно просто пишешь в общем диалоге, типа зам, ну, капитан такой-то здесь, и он отвечает. Не отвечает, обычно ТП. Команда сыграла один матч, очков пока нет. Здесь. Еще одно никаких улиток, ничего нет. Старт можно будет назвать поистине провальным. Окей. Мисак, привет. По флангу. Насри. Вверх. Мне бушка еще нет. Ой. Найси. Вперед. Отлично, я. Я есть. Вот. Там есть кому сделать передачу. Тась вон на Зизу не надо разыграть, если. Нихуя, это. Внизом, да. Это из-под себя просто. Далее есть справа. Но уже нет. Пробуй найти. Вот, 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 вот. Вот это удар! Прямо на тебя. Я закрыли уже. Да нет, мог в ноги-то отдать. Байден. Его самому. Не прошло. Ох, блять, он пошёл. Да, смотри, чё, чё. Я показал, что он успел, это, и, ну, на линии подкидывал. Привет. Ну, мяч потерь. Хорош. Суарес. Насри. Очень просто пока что. Штрафной удар, арбитр пока не сейчас он потеряет, ты отрезался. Хорошо. Адебайо. Месси. Совсем не обязательная потеря. Мань с тобой, если чё. Там. И... Да. Хорош, молодец. Неплохо. Там работает. На корпусе. Мою такую спонтанную сеть. А там будет повисло. Между ног. Блин, а я Тёму чё-то вообще не видел. Не, там потом... Не, ну, там подпихнуть в сторону. Да, сами проще было. Дальше просто боялся, что я под пристингом не отдам такую пасту. Спасибо, отличный пас. Я вижу, там сами откнуть просто вперёд. Чтобы решить эти вопросы. Нормально. Да ну что? И арбитр показывает желтую карту. Че началось-то? Кому дали? Лучше только не дали. Да, аккуратнее, Тём, всё сразу. Хорош. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Адебайо. Мяч перешел к другой команде. Гётсе. Там же нет. Тут просто подарили мяч на них. Прямо. Ты вернул стиль. Мяч покинул предел поля. Да. Выскочил немножко не по той траектории, мог выбить вперед себе. Эвра. Он просто не поверил оппонент. И только вот. Хуйня, бля. Ой, хорош, 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 хорош. Передача, однако, не знаю, время должно быть. У них боты что-нибудь разыграют. Ну, сейчас попросим. Ну, все, мы это понимаем. Давай, би-би-би. Хорош. Блин, ты бы сразу дал бы. Я? Вот я тебе сразу сказал дать, но он почему-то покатился ближе. Времени не было зажимать. 2-0, самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Играйте дальше. Легко прошел он соперника.
Вот как может в голове родиться такая мысль разбежаться и перебить ноги? Бог дал. Ты спокойно же добегал его, чтобы перед ним встать, не пустить его в цель. Ну то есть это как бы... Не в полу тоже не надежда, чтобы не один, а один. Вообще-то красный, чисто еще. Да, это чисто красный, второй матч подряд. А тут звёзд это. Головы здесь. Надо подвалить, Сань, царя. Штрафной, штрафной, действует исключительно. Есть кнопочка такая, волшебная. Что, все окей, 2-0, все нормально. Даже в центре поля вот такой подкат идти, это надо 30 раз подумать. Да просто даже если бы тебя не было, не было. Ладно, проехали, все. Молодец. Больше так не делал, ладно? Эту передачу надо было перехватывать, иначе... У нас третий матч подряд, пенальти. Наши ворота. Сань, не знаю вообще, что это. Лагает, лагает, лагает. Неплохой заброс вперед. Агуэр. Артем, вот можно низом, наверное. Окей. Забивать надо! Подлагивает меня сейчас. Просил, не лагал. Аккуратнее, блядь. Да, ребята, ёбаный свет. Прости. Нет? Да не прости. Следующий матч без пиано. Нет, ни карточки не было. Зачем это нужно было делать? Супер. В общем, игрок покидает. Еще выходим. Почти вышли к воротам, но защитник... Я буду руководить. Давай, 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 можно. Быстро, быстро, быстро. Швайнштейн. Включай. Смотри, сильный пас в ноги, да? Он не от тебя упакует. Теперь в атаке соперник. Короче, хрен знает. Еще достать. Сантуш Авей. Чуть ниже давать, еще там подобраняем. Ватя, не надо вперед открываться. Все, теперь внимательно. Сзади. Первый лишний, лишний, никто не подключается. Не, вперед, мы не частей играем. Куда-то будет, если будет идея пойти вперед и остаться сзади, значит остаться. Прессинг, прессинг на своей половине поля закрывает. Не рвись вперед. Ну сюда не сходим. Нам сейчас нужно больше удерживать. Аккуратно играем. Надо уже как бы, да, какую-то тактику уже пользоваться, а не просто бегать всегда. Когда удерживаешь, ты получаешь пизды, надо самому давать. Нет, не надо сейчас никуда лезть. На своей половине поля закрывай игроков. Да не говори, что нам надо встать в автобус. Просто лишний раз не подключаться, чтобы не открывать. Ниже, ниже, ниже спустить. Просто нам нужны люди сзади. Ребят, треху по центру проебали. Хорош. Сейчас не надо оформить, не забивай, останься себе. Замечательно, ну ладно. Я просто раз, что он забежал, чтобы будет совсем не обрезаться тебе. Точнее, конечно, я сюда летел, я перестал подобрать. Да, да, в центр отдаешь вообще. Человек был. Ах ты. Блядь. Нормально. Суарес. Форум. Да, давай на двоих. Здесь вот обыграю. Чтобы получить мяч, надо за него бороться. Не получилось. Вот что за хрень? Делаю финт, не вот. Кидай, кидай вперед. Суарес. Опять же, если что, флаг. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Зизю, я сейчас пугался, думал, ты в подкате опять прыгнешь. Не, Зизю, аккуратнее, у нас атака на красной есть. Максимально аккуратно быть. Короче, я не знаю, что ты думал, меня уже неделю практически пасами игнорируют. 5 пасов влево, 1 вправо. Разыграл. Ты про меня? Про Сулик. Не знаю, наверное, Саню лучше перестать. Старые стримы посмотреть. Ребят, давай Зизю Сулик сзади, реально. Прям вообще. Сзади, ребята, останься. Но там ничего нет. Вот, тут, ну, кстати, похуй, все равно, не надо лишнего. Там, говорю, нет никого. Вообще никого. Вот так. Теперь там уже будет. Теперь ты там есть. Вот. Нормально. Правильно, правильно, правильно. Мне почему-то показалось, что он сейчас как в своей голове не подержит. Все, Сань, подержи и, пожалуйста, выпни на Ваню. Все, хорошо. Вот это да! Сейчас, если себе ничего не привезем, нормально должны доиграть. Доиграем, молодец, доиграем, молодец, спокойно. Молодец. Ну так сами себе создаем, блядь. Дезу, пожалуйста, не поднимайся так высоко. Артем успел голевую сделать и удалиться нормально. Да блин, я чувствую, да. Куда, чё, как.
Блять, ты не можешь, ты не можешь чувствовать обрез. Соответственно, там большая зона. Если ты выбежишь, то у нас пролетит весь левый фланг. И ставьте Зизус перегруз хотя бы местами. Да не, пусть играют нормально, в принципе. Что нам менять? В смысле, слева направо, какая разница? Просто не нужно, просто опорникам не нужно вперед лететь. Я сейчас просто по факту буду болтаться по разным флангам, судя по всему. Или Леша будет чуть выше по нему. Леша, может, подсаживаться. Я влево буду смещаться. Тима снова на стадионе Ливерпуль. Скорее всего, заброс. Я буду влево смещаться, Саня на этот центр смещаться и все. Ну так. Ваня, будем забаражировать. Как 4-2-2-2 стратегия, двое также. Вот просто. Центр отдавай. Можно сейчас. Можно самому, в принципе. А вот сейчас опыт минус 2. Очень проблема. Да это нормально. Да не нормально это. Вот видишь, все нормально. Может это они. Это видите? Мы. Да блин. Все же было изначально. О, давай попробуем. Лемпа. Давай попроще сейчас реально. Тихо-тихо, Леш. Центр. Давал снизу. Да я давал сульку. Месяц. Мишка аккуратно. Догони. В касание куда-нибудь. До конца снизу. Себя пытался пройти. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Назад. Ой, ой, ребят, что-то вы, блядь, до хуя вас в одну пришли. Верхом. Верхом. Лучше так. Я пытался. Без отскока помягче. Лево. Конечно. Адебайо. Даль, тоже старайся там не бежать на перекрестке. Страховать вас. Леш, тащи. Воткни. Отличный удар. Сука. На месте голкипер. А ты куда бил? Ближний. Переставляй на Саню и также сзади побольше людей. Нам давай, нужны просто, Леш, да. Леш, давай ближний попробуй. Леш, давай ближний попробуй. Давай, я сейчас подойду. Ладно, больше не нравится. Я один, кстати. Да нет. Замечательно. Давай. Еще раз, время идет, еще раз. Не то время. Сейчас время на нас работает. Нормально. Сзади кто-нибудь еще останется. Да, сзади игрок, смотрите, центр. Бля, я выйду сам никого вообще. Приятель, я чекал. Виталя. Я назад ушел, пизду. Конечно, там никого превращается в один пас и 4 человека в атаку. Вперед, Игорь. И Виталь можно, да, вперед куда-нибудь. Фланг. Хорош. На весь. Да, просто на весь. Все нормально. Не торопись, я там тебя. Играйте по этой по зоне. Ну то есть не убегай на перехват, играй по зоне, просто чтобы не закидывать. Да. Я откроюсь вперед, иду, тогда вот здесь в центре откроешься. Давай, Дань, поехали. Мяч перешел к другой команде. Хорош. Не совсем. Нормально, не зажму. Пять мяч не наш. Хорош, давай. Хорош. Ладно, отбор, можно играть. Пересек мяч боковую линию. С ножки на отбор. Да, ножки, давай. Пошло как на ход. Надо пол пошло в спину, игрок не разобрался в какую сторону. Развернул. Так, Игорь, ты по идее. Сань, ты ближнего, Мишка дальнего. Мишка. Саня, вот к этому подойди, да. Вместе. Пытаться пропихнуть, отлично. Чего? Ладно, отдай! Я думал, что это он там играет. Мишка, давай вперед на Ваню. Так, на Саню. Да. Не разыгрывай ближний, не разыгрывай. Агуэр. Я думаю, вообще подальше получится. Так, а я просто на пас жал, если бы я на удар нажал. А, не надо было, да? Защитник не дает развить атаку. Бля, вроде обратно. Нормально. Посмотрим, как они смогут играть этот стандарт. Да, открывайся. Вот, Сулик. Не передаст. Сань, выкати. Швайнштайн. Нормально. Не ты мог в касание скинуть. Я тебя дам назад, выбьют, пульку бегут вперед. Зачем? Виталий останется сейчас. На Саню и то же самое. Опять же, смотрите, два игрока пошли туда. С двумя игроками ходите. Сули, готовься. Сули, готовься. На линии останется у тебя один на линии штрафной. Сули, только вешай или там что-нибудь сделай, я не знаю. Опасная передача. А, бля. Выиграть. Не, надо было ошибиться. Ладно, успеешь. Да не, нормально. Или так, да. Нормально. Просто аккуратно. Сулейман. Проще.
проще. Уликс, 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 Уликс. Нет. Вот, вот, вот. Это угловой? Нормально, нормально. Да. Мяч за пределами поля, угловой. Не похож. То же самое. Терял хуже. Послушайте, как болельщики поддерживают команду. Представляю. Что, выиграли? Еще играем. 72-я. 76-я. Только я сейчас не буду опаздывать, это что-то опасненько. Качественно. И наверх. Ой, да сука, прямо в рот. Да, возможно, это был сейф матч. Можно фалить? Только не Зизу фалить. Да, Зизу нельзя. Хорош, хорош. Выноси нахрен. Нормально. Практически фол даже. Отлично. Нет фола. Даже фола нельзя. Включай его, просто по-простому сыграй, по-простому. Грузил бы на меня дальше туда на фол. Не придумывайте ничего сложного, играйте попроще сейчас. Очень просто играйте. Сейчас у них еще бусты пойдут, там вообще никому никуда не знаю. Ваня, иди во фланг, Ваня, иди во фланг, иди. Но... Кидай. Ой, косячок. Не удержал я. А если что, Лешка, не выпрыгивайте. Ой-ой-ой, ребята. А Вальчик-то? Нальт сейчас мы. Не-не-не, ну ты, блядь, не фали. Хорошо. Есть. Хорош. Тань сам. Все, беги. Мне бежать-то нечем. Ну, хоть как, блядь, вводи. Я фильм, бежать нечем. Ноль. Просто давай, вообще давай. Ноль. Вместе. Ну, Леша, глубже здесь. Совсем не обязательная потеря. Ну что, здесь больше разбежишься. Куда его? Че угловой? Угловой? Угловой удар. Конечно, угловой. Да ладно. Представляй. Угловых в сегодняшней встрече. Я могу, конечно, на спид. Ну, в такой каше мы 30 минут убили. Нас устраивает. Может, я на спид? Да давай, Саня, разыграй. Ты не подошел еще, Сань, ну. Ток. Давай другую без стороны. Давайте на дальнюю на скидку попробуем. Блядь. Давай не будем скидку сейчас мутить. Ну просто видишь, он наперед вышел просто. Я не знаю. Смотрите на меня. Ну ладно, уже не с нами. Лучше было на завтрашке. Гол. Нет. Гол. Игорь Бей. Хорош. Ну ладно, хорош. Хорош, еще три минуты. Присели. То есть если вышли в линию, но присели по ней. Чтобы не было скидки прямой. Даню страхуйте. Вань, и все с тобой. Опять-то, ну такая билда упала. Какой фол. Привет. Парень просто стукнулся от меня. Блин, я уже в центре. Забросы снимайте забросы. Просто вперед, просто нормально. Да, куда выскочили? Ой, ребята, где же вы? Мишка, назад на кипера, да, можно кипера. Нормально, кипер, ну или так, хорошо, окей. Нормально. Так. Без всяких усилий перехватывает игрок этот проще, да. Да что, ну, там вылеты, потому что удаление. Не вылеты, удаление. Удаление, Мишка, просто вперед. Можно на Ваню загрузить? Брасывай. Да, отлично. Молодец. Хорошо, спиннинг. Я присяду, принял фланг. Тут просто подарили мяч. Ай, давай. Сам себя хэт-трикой считали. Да, могли бы разыграть. Нормально. Так себе косячочек. Косячочек мой. Так, это... Хорош. А на Саню сразу, блин. О, хорош. Санечка, Саня. Хорош. Хэт-трик. Ну, только что найди. Подожди, мы 2 или 3 в нечистые забыли? Я думаю, что по такой кривоте это не последний забег. А, 2. Бедный тренер, ему, в общем-то, остается только закрыть глаза и ждать сверху. Бля, мы должны были, на самом деле, на ноль играть. Если это не тот пенальти. Да. Да, блин, третий матч подряд. Подожди, мы третий матч подряд, нам бьют пенальти. Один из них Саня взял. 9-9 мне можно. Просто Саню двух сухарей лишили на ровном месте. Ну это не очень. Виталий, выходи, ты. Я тоже в сборную попаду, если я не попаду в сборную, я просто ахну. Да, Ваня, я, походу, тоже попаду. Конечно, я 7-3 попаду. А Артём никуда не попадет, на лавку попадет. У нас по ударам 19-9. Кстати, Артёма не будет в следующем матче. Кстати, Игорь, возможно, снова в сборной будет. Вот точняк, кстати. Игорь, все возможно, там топ ЦЗ будет второго дива. Я тоже в этом подумал. А серьезно, он хорошо играет? А с кем следующий матч? Мираж? А, ну... Меня не будет, да-да. Как раз. Правильно подмечу.
Я хоть первое очко набрал в РЛПК. А протестуйте эту красную, потому что не было ни одной желтой. Окей. А давай хотя бы реально подадим протест. КДК. Да. То есть, Сань, что ты сказал, какая у тебя оценка? У меня вроде 7,3 было. 7,7. Ага. Бывает, что ура у всех по-разному показывают. Ну нет, сейчас нет, я просто имею в виду, что на момент вот после финального списка. Ну, у меня прибавилось. 7,7 было... сейчас, да, я говорю. У меня было 6,9. Так, Спайрсл, давай тогда на Харвей, я на отсюда ставлю. А Папа и Лапа на фланге ставят в этой схеме? Нет, там Цапа. Я сыграю еще. Пец, у нас отборов, кроме Логоласа и Погребника, у всех отборы есть. Ну, они у тебя два отбора, у меня два, у Сани два, у Зизи два, у Мишки два. Я был хорош 20. У меня 4 отбора и 7 перехват. Че? А у меня нет. Я какие 4 отбора? У тебя 2 отбора из 5. У меня показалось 4. Это 2 из 5. Зизи, это второй пенальти подряд. Да. Мысли подряд, блядь. В прошлом матче тоже. Тоже причем там...